Так, я сдала все на лактозу. Завтра буду проверять фруктозу. И вот сейчас иду на завтрак. Показать? Вы понимаете, что я уже 3 дня не пью кофе, а его просто тут не дают. Значит, это какие-то хлебцы очень низкокалорийные, филе индейки и йогурт из коровьего молока. Меня не теряйте, просто у меня тут такой график, у меня все расписано по минутам. Вот я пришла на процедуру лайнек, делаем второй раз. Я вообще не понимаю, зачем я с собой брала вещи. Я хожу здесь только в халатике, из кабинета в кабинет. Так, девочки, только что я делала впервые в жизни процедуру плазмолифтинг. Это, собственно, кровь. Вот видите, немножко пампулки. Это абсолютно безвредно. Делают с 18 лет. Что дает? Улучшается цвет лица, уменьшаются воспалительные процессы и увлажнение. В общем, все, что нам необходимо. Потом поделюсь с вами своим впечатлением. Я пообедала и уже пришла вновь. Что мы будем делать? У вас сейчас будет интенсивный детокс, обертывание 3-1 фудримарин, эспрессо-терапия. Проходите. Класс, класс. По-моему, Аня Седокова рассказывала, что ей тоже эта штука очень понравилась. Аня, ты про эту штуку говорила? Она сейчас будет сжиматься так, да? Да, эспрессо-терапия улучшает. Ой. То есть я сейчас буду вся такая укрепленная, худая. Все. Ти-ри-ти-ти. Смотрите, меня забинтовали. Помогает и поможет вам расслабиться. Уже наконец-то расслабьте меня. У меня с 7 утра тут. По процедурам я хожу, все сдаю. Я думаю, что вам понравится эта процедура, плюс еще тройной эффект от процедуры вы получите, как я уже говорила. Так, какой? Давайте, первое это что? Первое, лимфодренаж, дренаж. Угу. Очень хороший, да, убирает отеки. Так, второе. А второе, снижение веса, обладает терапевтическим воздействием. Ага. Если имеется антицеллюлит, он эффектом также обладает. Не, я не знаю, что такое целлюлит. Отлично. И третий – это детокс. Детокс. Очищение организма, выводит шлаки, токсины. Всю бяку, в общем. Смотрите, меня укрыли полотенчиком, как космонавта упаковали. Бинты на меня намотали. Вот это такой вот аппарат. И смотрите, что происходит. Вот все вот так вот сжимается. Как бы вам показать. Все вот это сжимается прям сильно-сильно. Видите? Прям сжимается. Вот, видите? Оп! Животик и ножки. Я прям чувствую, прям все сжимается. И потом отпускает. В общем, говорят, очень крутая штука. Вот посмотрите, какая здесь потрясающая спа-зона с артезианской водой. Просто такой кайф. Мяу, мяу. Тут какая-то просто сплошная сказка. Смотрите, что мне приготовили. Покажите. Это ананас. Также этот ананас будет входить в наше обертывание. Это вот это вот? Мяс. Это мусс из ананаса, свежий. Да. Это розовая глина, процедура направлена на увлажнение кожи, на питание. Обалдеть.
Обалдеть. Это все на косметике Сен-Бар, да? Моя любимая. Когда можно есть? Ура! Так, мы туда добавили... масло авокадо. Моя любимая, кстати. Направлено на увлажнение кожи, на ее питание. Угу. Следующий продукт – это масло ментола. В сочетании с гелем плюща дает очень хорошее лимфодренажное действие. Да. Да-да-да-да, я знаю. Это обязательно добавляю. Кстати, вот эту косметику я очень вам рекомендую. Сен-Бар, мой любимый Сен-Бар. И один из самых моих любимых продуктов – это гель с алоэ вера. Прекрасный, да. Заживляющий, да, успокаивающий. Да. Всегда, когда едете отдыхать, надо добрать. Я всегда беру его с собой. Если немножко обгорели, покраснели, да. Очень да. Хорошо снимает все эти симптомы. Угу. Так. Также мы сюда добавляем розовую глину. А что розовая глина дает? Любая глина, она является источником минералов. То есть в любом случае мы будем наполнять кожу. Я рассказываю, вышли подышать. Как же хорошо. Просто кайф. После ужина на свежий воздух, потом опять на процедуры. Не жизнь, а сказка. У нас есть 20 минут на то, чтобы подышать свежим воздухом, потом опять процедурки. Мне кажется, я похудела. Тебя не видно в зеркале вообще. Вообще, смотри, какие у меня скулки. Что ты здесь делаешь? Арам хотел сбежать, а его врачи не отпустили. Он уже вызвал водителя. Но что-то мне подсказывает, что водитель привезет картошку фри. Здесь голода в море. Но ему сказали, что ему нужно еще остаться до завтра, сдать еще анализы. Так что поедем вместе завтра. Держись. А я пошла на процедурки. А ты? Пока-пока. А ты? Я пойду на свежий воздух. Давай. Ну что, как я вам говорила, процедурки продолжаются. Что это такое? Я первый раз вижу. Рассказывайте. Это Slimab Ultra. Slimab? Slim. Это худой. Slimab Ultra. Значит, используется инфракрасная лампа и иммуностимуляция. Под воздействием инфракрасной лампы очень хорошо растворяется под кожей жировая клетчатка, если таковая имеется, да? Но только... А если не имеется? Очень хорошо дренирует, выводит лишнюю. Плюс используется миостимуляция. Для чего? После того, как инфракрасная лампа проработала, миостимуляция улучшает метаболизм в клеточке, да? Выводит лишнюю водичку. Отлично. Формирует мышечный корсет, укрепляет... подтягивает кожу. А мы это делаем, получается, на животик, да? Вы сами выберете ту область, или спереди мы будем делать, или заднюю поверхность. Что вам больше интересно? Так, что вам больше интересно? Проголосуйте, передняя поверхность или задняя поверхность? Я позанималась спортом 40 минут. Сейчас мы идем. Давайте, показывайте. В барокамеру. Спасибо.
Ого! Нормобарическая оксигенация. Это капсула. Это я туда сейчас полезу? Да, вы будете в ней находиться 25 минут. Ничего себе! А, значит, вот я читаю. Я умею читать. Отлично! Устраняет головную боль. Профилактика лечения заболеваний бронхиологической системы. Профилактика лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Лечение хронической усталости. Вот это мне. Стресс и бессонница. Артериальное давление нормализует сердечный ритм. Дерматологическое заболевание. Улучшение состояния кожи. Остеохондроз устраняет. Противовоспалительное действие, общее оздоровление организма, повышение работоспособности. Куда выше-то? Ну, давайте еще повысим, чтобы сейчас все просто обалдели. Эффективная реабилитация после травм. Чтобы вы понимали, я только закончила свою процедуру. Посмотрите, сколько здесь кабинетов. Просто огромное количество. 10 часов я иду в номер. Все. На сегодня мы закончили. Я не знаю, зачем я набрала с собой такое количество вещей. Я хожу-то только в халате, в тапочках. Но максимум один спортивный костюм нужен, чтобы позаниматься спортом или погулять. Ну и купальник для водных процедур. Завтра у меня подъем опять в 7 утра, так что буду отдыхать. Ну что, пока не хочу спать. Продолжаю вести вашу любимую рубрику «Секреты красоты» от Ольги Бузовой. Следующие сторис для девочек. Мальчики, хотите смотрите, хотите нет. Фото в пижаме будет позже. Так, я очень много говорю про косметику Saint Bart. Я от всей души вам ее рекомендую. Это одно из моих любимых масел. Где заказывать? Заказывать можно девочек спа-дрим. Еще в салонах продаются, но если нужно экстренно, спа-дрим. Это масло кокосовое. Еще мне нравится авокадо, пилинги, алоэ. Ну, то есть вся косметика топ. Дальше. Косметика Абаджи. Честно, я не знаю. Туалетная бумага торчит. Честно, я не знаю, где она продается, кто дистрибьютор в России. Я брала через свою подружку, девочку, косметолога Ирочка. Но мне повезло, здесь в клинике Верба Майер, постоянно называю Верба Майер, есть представлена эта косметика, и многие уходы делаются именно на этой косметике отчасти. И я просто хочу поделиться с вами своей находкой. От Абаджи это вот такие вот салфеточки. Они тоненькие, одноразовые, видите, пропитаны. Что они делают? Они у нас отшелушивают омертвевшие клетки, препятствуют закупориванию пор, успокаивают. То есть вот этими салфеточками мы протираем лицо после того, как мы умыли. Дальше моя находка Sea Bright от Abajo. Это сыворотка. Здесь, видите, уже 10% витамина С. И это просто потрясающее средство для проблемной кожи. Сейчас, чтобы грамотно все сказать. Она сокращает выработку пигмента до 80%, стимулирует синтез коллагена, выравнивает морщинки, обеспечивает антиоксидантную защиту, восстанавливает липидный барьер. И вообще, буду я красивой и без пигментных пятнышек. Видите, у меня еще остались, я вам рассказывала про эти пятнышки, которые очень сложно убирать. Вообще, у меня жирный тип кожи. Это очень хорошо, потому что я долго буду оставаться молодой. То есть у меня жирная кожа, вырабатывает собственный коллаген очень хорошо. Но проблемная, потому что часто макияж, перелеты, недосыпы, конечно, бывают высыпания. И вот эта косметика Абаджи, она просто идеально мне подходит. Я многим пользуюсь еще другим, вы знаете, и Ламер, и ампулы. Вот у меня даже здесь Байрен я взяла
с собой. Но вот Абаджи просто сейчас у меня топ. Плюс я приобрела здесь сейчас вот такую сыворотку Bright Alive, которая выравнивает, так, вот, выравнивает тон лица и способствует. Так что, ну, здесь у меня с собой нет всей косметики Абаджи. У меня дома 2 раза в неделю пилинг. Умывалка каждый вечер после умывалки. Вот эти вот салфеточки. Ну, они просто, ну, они правда просто нереальные. Хватит надолго. Затем, ну, салфетками протерли, тоник, соответственно, не надо. Затем наносим ночной вот этот вот серум. Вот, утречком выравниваем тон лица. И очень хорошо на этот... На эту сыворотку наносится косметика. Ну, естественно, не забываем про увлажнение, про ампулы свои любимые. Я вам рассказывала, буду периодически напоминать. Девочки, берегите с молоду не только честь, но и здоровье, и красоту. Кстати, поделюсь с вами потом своим наблюдением по поводу эффекта. Не договорила, у меня вмятина от массажного стола еще осталось. Поделюсь с вами потом эффектом от плазмолифтинга, если вам интересно. Впервые делала и вот жду чуда. Когда нет сна, а вокруг сосновые леса, можно одеться и прогуляться, подышать свежим воздухом. Чем я сейчас и займусь. Ночью тут своя прелесть, конечно. Ничего не видно, но воздух такой свежий. Все спят, смотрите. А я иду. Сейчас на тропиночку туда пойду. Смотрите, какие у меня языки крутые, как они блестят. Всем приветики. Доброе утро. Я бегу на процедурке. Даже на улицу можно не выходить, чтобы понять, что сегодня просто потрясающая погода. Прогноз погоды от Ольги. Но я для вас выйду, если хотите. Но вообще мне жарко было всю ночь, потому что я окно закрыла, вечером замерзла. Светит солнце уже в 7 утра, представляете? Весна! Ура! Что я делаю сегодня? Рассказываю. Несмотря на то, что сегодня я выезжаю, все равно мне придумали, что поделать, чтоб я просто так не спала. Я вчера сдала тест на переносимость лактозы, сегодня фруктозы. Вот мне нужно каждые 15 минут сначала, потом 30 минут дышать. Для этого я ничего не ела, не пила и даже не чистила зубы, нельзя. Так что я пришла в номер, сейчас буду валяться, поставлю будильник, чтобы не проспать, и каждые 15 минут буду дышать. И выяснит, переношу ли я фруктозу. Вчера сдавала на лактозу. Я, кстати, не знаю, мне должны все сказать, можно или нельзя. Написать вам потом. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need...